Все закончится сегодня. Все. Сегодня. События, лежащие в основе этой пьесы, должны были кануть в лету. В 1915 году совершено преступление. Многие хотели бы оставить их забытыми. Целый народ был уничтожен. Но прошлое никогда не забудет о том, кто вы. Справедливости! Справедливости! 100 лет эти события отрицали. Сегодня судьбы мертвых будут в ваших руках. Вы вернете их забытые души к жизни. Пошел вон. Вон! Я не отпущу его! Или сгинете с ними. У нее кровь, Симон. Настоящая кровь. Конечно, настоящая, Джеймс. Берегись. А может, ты притворяешься? Анжела, это она ведет их. Я никогда не оставлю моего сына. Роль, которую ты дал ей, это жестоко. Ужасающе. Нет. Ты не хочешь умереть? Люди идут на смерть из-за тебя. Нет! Разве она не заслуживает лучшего? Нельзя сделать историю удобной для себя. Ты же разрушаешь ее, посмотри! Анжела. Иди ко мне, Анжела. Анжела, я поднимаюсь наверх. А тебе не кажется, что играть с прошлым опасно? А знаешь, что это? Показатели смертности. Что он сделал с тобой? Они держат ее у себя, пока мы говорим. Это время не пройдет. Они ненавидят тебя, Симон. Ты потеряешь все. Это мое решение. Просто оставь ее. Действовать значит смотреть правде в глаза. Но не все разделяют твою правду. Нельзя скрыться от прошлого. Время пришло, дорогая. Ты готова? Готова. 100 лет после геноцида армян. Фильм 1915.